Здравствуйте, друзья. Вы видите холл, такой коридор. Мы на 8-м этаже билдинга в даунтаун Сан-Франциско. Вот тут стены такие. И офис. Это офис Светланы Каф, которая недавно переехала вот в это помещение. Тут еще не все оборудовано. Но как бы ребята в процессе. Так вот, видите, еще картинок, может быть, столько нет на стенах. Вот у нас ресепшенист, представляйтесь. Здравствуйте. Меня зовут Анастасия. Так. Когда вы будете звонить в офис, вы будете разговаривать со мной. Все. Хорошо. Значит, вот Анастасию мы знаем. Так, тут много места. У них площадь, как у Портнов Computer School. Хотя народу здесь меньше. Так, это Марат. Марата, вас все знают. Я приветствую вас. Так, громко говорите. Приветствую вас. Так. У меня всегда претензии от Михаила, что я говорю тихо. Но буду стараться говорить громче. Да, ну или микрофон вот. Надо там. Или микрофон, да. Хорошо. Так это у вас... У вас стало много сотрудников. У нас, да, у нас... Здравствуйте. Больше. Здрасте. Вы... Меня зовут Мартин, я работаю со Светланой. А какую вы функцию выполняете? Ну... Выполняю функцию, работаю с Маратом, документы оформляем, переводы, работаем с Asylum и Beyond клиентами. Отлично, отлично, спасибо. Так, пойдем глянем, у нас еще, их было буквально вот двое, да, Марат и Светлана, вас всего двое и было. Тут у нас, смотрите, какие, так, тут вы сливаетесь с фоном. Специально так, чтобы не было заметно. Так. Меня зовут Андрей, я веду... Помогаю Светлане вести программы EB1 и все employment-based программы. Угу. Слушайте, а вот такой вопрос к вам. А вы адвокат, да? То есть вы... Нет, не адвокат. Паралегал. Технический консультант. А вот такой вопрос. Я еще отдельно Светлану спрошу. Если блогер, например, в Ютубе, да. И этот блогер, ну, такой целый СМИ, у него, может быть, там, я не знаю, там миллионы подписчиков. Угу. Вот его можно под EB1 подвести? Как блогера? Ну, как бы человек, который создал средства массовой информации, вот у него обороты там большие, он как бы представляет некоторую ценность в информационном мире. Ну, в принципе, можно попробовать, но технически нет, потому что программа EB1, она подготовлена под как бы архетипы, исследователь, ученый, спортсмен, артист или экзекутив, да, или там директор какого-то предприятия. Под блогера будет трудно подобрать как бы под него вот такую вот нишу, но можно всегда попробовать. Мы специализируемся в этой теме, где мы берем человека и пытаемся ему помочь попасть в один из этих В одну из категорий. Одну из этих категорий. Отлично, да. Отлично, спасибо. Так, это Андрей. Значит, а вот если вас хотят сконтактировать, или вы не ведете прямой такой дискуссии? То... Я веду прямые как бы переговоры с клиентами, когда они уже стают нашими клиентами. То есть они должны пройти, как бы попасть нам в компанию, и тогда они попадают ко мне и начинают работать со мной. Давайте я из вашего окошка посмотрю. Пожалуйста. Друзья, это чужие крыши, мы на 8-м этаже. Вы не представляете себе, как тут высоко, но... А это у них просто погулять, что ли, выйти вот у людей? Да, они выходят... Здесь у них обеды. А, то есть там столы могут поставить? Да. Так, вот в таком месте люди работают. Пошли дальше по офису. Офис, видите, недавно так занят. И тут еще много места. И еще мало картинок. Вот, а вот у нас... Ну, представляйтесь. Здравствуйте, меня зовут Ирина. Так. Я адвокат, тоже лицензированный в штате Нью-Йорк. И работаю со Светланой с сентября этого года. А чем занимаетесь? Всеми иммиграционными вопросами. То есть фактически вы как бы правая рука? Да, да. Всем тем же, чем занимается Светлана. Я тогда, на самом деле, давайте я скажу, вот может быть, нашим ребятам, что есть такая тенденция, когда говорят, вот я там звоню в офис, и говорят, вот там поговорил там с одним, с другим, а вот я хочу со Светланой, да. Например. И я со своей стороны хочу сказать, что вот есть люди очень доверенные. Да. Вот если вы адвокат с лицензией, работаете в офисе и так далее, то это человек, которому очень-очень-очень доверяют, его можно доверять. Да. Поэтому если, значит, вот попадете на, да, значит, на другого человека в офисе, это люди доверенные, не просто так все. Да, правильно, правильно, у нас все. Хорошо. Доверенные люди. Ладно, спасибо. Да, пожалуйста. А вот у вас, я смотрю, там телефон, такой IP-телефон. Да.
Раньше офис был крохотный совсем, и когда один говорил по телефону, другие все замолкали, чтобы, значит, не было слышно. Теперь до вас проще дозвониться, потому что раньше говорили, что вот трудно дозвониться. Да, да, теперь намного проще, но все звонки все же идут через Анастасию на ресепшене. Ну и если кто, если звонят кому-то из адвокатов, Светлане или мне, Анастасия может нас перевести к нам на телефон. Отлично, отлично, спасибо. Так, идем дальше. Вам картинки. Значит, друзья, подарки принимаются картинами. Если кто захочет. А это ваши дипломы такие красивые. Да, это дипломы. Ты смотри, тут сколько людей. Может, я свои повешу тоже, хотя мои никому не интересны. Нет. Так, идем дальше. Так, 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 так. Вот тут много пространства. Тут еще, наверное, люди появятся. А планируется еще, чтобы кто-то появился? Да, насколько я знаю, планируется. Ну, представьтесь. Меня зовут Анастасия, так. Я юрист из Белоруссии, так. И я недавнее добавление в компании. Так, а чем занимаетесь? В основном EB1 cases, это extraordinary people, люди с выдающимися способностями. Угу. Хорошо, ладно. Так, у вас... Ой, вам больше мебели не предполагается? Зато тут у меня вид хороший. Вид шикарный. У вас у всех троих, вот кто в этой, вдоль этой стеночки, у вас замечательный вид, конечно. Это только в даунтауне Сан-Франциско, друзья, можно такой вид иметь. Это в Маунтин-Вью такого не будет. Так, мы сейчас еще вид дальше посмотрим. Спасибо. Так, идем дальше, идем дальше, идем дальше. И тут у нас шикарный офис. Без хозяйки пока. Так, вот у нас здесь Светлана работает. А у нее, наверное, самый лучший вид, да, Светлана? Самый такой шикарный все вид. Все приглашены всегда ко мне. Так. Так как 4 окна, все так. Могут со мной поделиться видом. Ага. На город. Наверное, так. Потому что я дольше всех живу в этом городе, поэтому вот такой вид. Это что за улица там внизу? Улица... Пост-стрит, так. Потом Маркет-стрит. Вот то Маркет впереди. Маркет, друзья, это самое, можно сказать, самое-самое, вот так скажем, самая-самая улица. Это вот исторический отель, то, что вы видите. Правда, солнышко нам подсвечивает, но вот то, что вы там видите. Сердце финансового района. Сердце финансового района. И вот там внутри очень прикольненько. И вот тут... От этого билдинга, где мы находимся, вот здесь внизу, на крыше, тоже какой-то, наверное, пятый этаж. Там партии проводятся, там можно погулять, выйти, корпоративы, вот, хорошее слово. И вон туда пошло. Все, ну что, давайте мы Светлану поздравим с новым офисом. То есть вас уже стало много, а вы еще хотите больше, да? Там? Еще пару человек. Да. То есть, как бы, есть чем заниматься. Абсолютно. А вот я помню, был момент, вы чуть ли не по выходным уже работали. Сейчас тоже по выходным работаем. Правда? Да. А вот с точки зрения динамики, вот, скажем, больше народу приходит, или как-то спад, или наоборот, подъем, или. Ну, слава что-то. Богу, много приходит народу. Так. Я бы не сказала, что гораздо больше, чем, например, в прошлом году. Угу. Просто стало понятно, что нужно увеличить коллектив для того, чтобы как можно более эффективно. Угу. Обслуживают наших клиентов. У меня то же самое слово «эффективность» вот в голове было. Ну что же, хорошо, давайте мы тогда закончим сюжет о том, в какой офис вы переехали. Вот там диван шикарный. Вот если, друзья, будете в офисе, и у вас большая семья, вы можете всей семьей здесь вот так, ну, так, примастить. Параллельно окошечку, конечно, да. Вот не то, что примоститься, а так, можно сказать, шикарно устроиться. А у нас сегодня много вопросов от наших зрителей, и мы сейчас будем на них отвечать.